НВП, на мой взгляд, задача этой школьной дисциплины было очень внятно и доходчиво объяснить ребенку, почему в случае трагической вот необходимости он должен будет вставать и защищать свою родину. Евгений Николаевич, ну давайте, положа руку на сердце, вы же первый сдаваться побежите, да еще и с цветами в руках. Ну правда? Нет, ну, знаете, ну что нет, дайте, ну правда. Дайте, вот чтобы этого не было. Я отвечу, если... не надо за меня отвечать. Вы, конечно, ведущий НТВ, не надо за меня отвечать. Я понимаю, что вы можете и за меня ответить, но... Подождите, я даже при всем желании не смогу первый побежать сдаваться американцам, потому что первым побежите вы, вот вы все первые... Я просто не смогу эти души преодолеть! Туши. Я не смогу эти туши преодолеть! Будет такой плотный строй пропагандистов, патриотов, которые мечтают дула американского Абрамса, не скажу, что сделать, не надо! Я не смогу пробиться! Там очередь будет, Хорошо. Поймите! Да. Уже 90-е годы стояли патриоты!